Самым сложным оказывается не конверсия производства, а все-таки конверсия сознания. То есть города жили в исключительных условиях, и понять теперь, что в общем государство может гарантировать только минимум, а все остальное ты должен зарабатывать сам, это чрезвычайно сложно усваивается. Есть даже санитарная группа на это дело, их никто не выполняет. Вернее, 30% осталось оборонных заказов. Предприятие выпускало технические средства охраны. Периметр Советского Союза в основном процентов на 70 был закрыт нашими средствами охраны. Есть понятие, что это...